Всем привет, мои хорошие, с вами, как всегда, Борода. И мы продолжаем Shadow Warrior. Так, давайте попробуем на ком-нибудь арбалет наш. Так, ну где? Дайте машину. Можно сесть? Нет, нельзя? Ну почему? Так. Где вражище-то? О. Бля, да так хер попадешь так-то в него. Ой, ну зато. Кажется, хорошо звучит. Ладно. Это было так ужасно, твою мать. Что за херня? На, это просто портал для демонов. Тут ничего не работает. Стой на месте. Теперь стой на месте. Отлично. Не-не-не-не-не. Мы так не договаривались. Бля, там пулемет там еще был. Да блин, ну так. Запрыгни, запрыгни. Давай, давай, давай. О! Давай! Да. Обсосите, ублюдки. Ну, давай, 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 давай. Да сколько вас здесь уже, а? Хорош, ребят, пора заканчивать. Ой, там хпшка. Блин, я думал, там просто вода. Ну ладно, оказывается, нельзя прыгать в воду, это очень и очень опасно. Заново вы издеваетесь? Ладно, короче, бежим сразу, да? Блять, она в меня сзади, да, стреляет? Короче, сейчас проебу опять. Да сдохни! Ну давай! Дубль два, чуваки. Давай. Ребят, давайте крупнее как-нибудь, да? Ну, в этот раз даже получше получилось. Ладно, не зря сдохли, да? Блин, а как пройти-то? Так, давайте тут оглядимся тогда. Если уж нам нельзя... А, вон, заработала эта штука. Машинка! Дай покатаюсь. Нельзя. Так, надо личнуть. Не, отлично. Велик. Сейчас на велике поедем. Все, собираем. Все. Да, все. О, отлично. Ух ты! У тебя под домом вырота пещера? Где ты хранишь свой боевой скафандр? Хорошо, ты... Обуздываешь свой комплекс супергероя. Смейся, смейся, ну у кого еще найдется набор брони на всякий на случай нашествия зомби?
Как оказалось, нашествие демонов. А, все, конец уровня, оказывается. Окей. Ну что-то я так себе сыграл. Ну ладно. Суть не в этом. Вы можете выучить особый навык, который позволит вам использовать голову военачальника в качестве оружия. Нажмите X, чтобы целиться сквозь прицел. Это действие доступно не для каждого оружия. Это мы проверяли уже. Ну давай загрузить, пожалуйста, побыстрее. Так, разделили на небес, это у нас есть. Да, вперед, вперед. WW. А, да, кстати, совсем забываю про это. Глава 4. Я тоже ту ночь вспомнить не могу. И не говори. Давай на кладбище лезь. Ну уж совсем близко. Если этот голем улетит, мы никогда больше не увидим меча. Да, понятно, понятно. Сейчас подожди. Чуть-чуть подожди. Прям самую малеху. Пустите! Гудит. А что гудит? Непонятно. Ну где, друзья? Дружинники вы. Что такое? Так, хилочка. Ну пока не надо нам. Тут там орёт. Чё? Иди сюда. Теперь у них щиты появились? Ну не говори. Ты хорош, слышь. Не-не-не-не, рано. Ой, тихо. И как его? Не стоит ослаблять бдительность. А я же теперь любым приемом могу это сделать, да? Нет. Так. Это у нас дверь открылась. Но где? Еще и что ли эти? Рано. Тихо. Че, сдохли? А, отлично. Ой, да че так много-то вас, да? Ай, тихо. Ну-ка, арбалетом. А какая разница, да? Он же не взрывает. Так, давайте сюда, ребят. Тут машина еще есть. Поближе, пожалуйста. Да, сдох, отлично.
Блин, почему тут нет гранат? Да? Сейчас бы вообще выручили. Сука, ты сказал, сука? Блять, а? Ублюдки. Отлично. Остался последний. Там махаешь твою палку. Ты еще живой, что ли? Вот и все. Так. Я что-то засейвилась. Молодца. Так, что-то у нас... Арбалет пока какой-то не, вообще никчемный. Никчемный, ни о чем. Не зря пришел. Он тоже должен быть что-то рядом. Так, там вот дверь. А скорее всего вот здесь вот она и открылась. Зачем коробки? Нет? Жаль. Так. Ну нет, сюда я пока не пойду. Там еще много куда можно сходить. Да я не сходил. Че опять кто шумит, а? Постоянно что-то шумят, да? Участкового на вас нету. Так, тут я взял. А, ну скорее всего, да. Идти только туда. Я думал, тут еще куда-то проход есть. Но нет. Так. О, чуть не пропустил. Прикинь. Вот я вообще в шары долблюсь. Ладно. Побежали. Мы теперь в этом скафандре супер комбинезоне. Чем мы? Ниндзя. Тот еще. Только как я понимаю, это так просто. Как скин. Толку от него мало. Ну, ты не мигай мне здесь. У нихера, люди что ли? Куда вы здесь? Что, живы что ли? А какого хера? Еще живой что ли? Ой-ой-ой, тихо. Я твердо отрицаю насилие, если только дело не касается людей. Блядь, вон эти бегут. Так. Блядь. Ни разу не попал. Тихо. Живой что ли? Как раз последний патрон был. Так, тут что у нас бочка стоит? Не стесняйся, взрывайся. Что ж ты? Как не родная. Так, ну вниз вряд ли нам надо прыгать. Че, патроны кончились? Блять, опять эти. Че, взрываться нечего, да, уже у нас? Уже с твоей стороны Dark Souls начался. Закружить противника. Иди сюда. Подойди поближе. Ой.
Не, он по аптечку, в принципе, прилично. Ты подойди поближе. Ну-ка, если мечом... Да тихо. Да, блядь, дерево, отойди от меня. Ну, в принципе, да, их можно. Ты! Бегай. Да тихо, отстаньте. Блядь. Да взрывайся быстрее. Бля, все закончилось. Вот это поворот. Вот это я пострелял здесь. Да ты живой, что ли, еще? Да, у меня еще два этих ублюдка. Дайте оружку. Так. Вам привет от мамы. Ну и шляк, мам, тебе тоже привет. Бунда, блядь. Сам ты бунда, понял? Так у нас арбалет есть, но он вообще без толку будет. Не, лучше мечом пойдешь. Почему ты не можешь упасть вниз? О, упал. Что нам это дало? Убей его, давай, давай, давай. Отлично. Эти еще ползут. А, надо силу сейчас. Сейчас подождите, пацаны. О, нормально. Пробьет, да? Ну, ништяк, блин. Чужой, что ли? А ты что такой дерзкий-то, а, вообще? Все. И все, готово. Это как Root Movie. Это еще Root Movie. Так, подождите. Пока туда рано. Бабосики, бабосики, давайте. Хочу УЗИ прокачать. Так, ну там вроде ничего нет. Сейчас стоит туда. А, ну там тоже закрыто, да? Ну все, пойдем. Ладно, идем. О, три косаря уже. Сейчас, значит, качнем. Кто там? Кто там, где там? О, хоть велик не взрывается. Так. Давайте посчитаем патроны. Ха.
сдохнешь, нет? Опа. Подождите. Давайте. Ха-ха-ха. Вот этому поржали-то. Сдох. Молодец. Подождите, пацаны. О-о-о. Я так не договаривался. Да, блядь, попади ты в него. Ну, конечно. Короче, у меня тут брали. Ну ты тут не бегай. Почти парень успел, почти успел, да. Но почти. Ну неплохо, в принципе, он тоже пострелял. А что тут у нас есть интересного? Ничего нет, что ли? Ну, печально. Вообще печалька. Печальная печалька. Очень-очень груст... Ой, простите. Очень грустный смайлик. Что, вообще прям ничего нет? Ну дайте я алтарь какой-нибудь. Я соберу чакру. Или что там? Энергию ци. Мне ни хера ничего нет. Ну давайте. Ладно. Не смущайтесь, наверное. Так. Что у нас на патроном? Давайте, кстати, посмотрим. Ой, нет, не то. Ну то выйди. О, у нас и тут есть. Так, мы прям мастер катания. Нет, катания. Так, убийца демона. Ну прикольно, давайте вот это. Так, оружие. Так, линкой тут. По-любому это. Еще у нас 1800. Видно, это не хватит. Но хватит на лазерный прицел. Зачем? Ну, пусть будет. Четкий. Четкая, что не четкая, че четкая, что? Вот тут так, да. Так, ты зачем мне такую музыку включил? А? Ты правда не помнишь, за что тебя изгнали? Абсолютно, память как пустой лист. Меня выкинули из клуба Аматы, Ракси, и теперь мне навсегда. Типа мне должно вот стать легче? Ну, наверное. Бесчувственный ты, чурбан, понял? Вы... О, уже хотел материться на них, что они издеваются и это, нигде не прячут. Тайники. Они вот тебе, на. Вот. На, говорит Максим. Получай. Нет, тут подождите, сейчас мы побегаем еще. По любасу что-нибудь найдем. О! Всего 250.
Как-то маловато будет. Блять, я уж боюсь в воду падать, на самом деле. Так, что у нас здесь? Ничего. Мне здесь можно ходить. Это радует. Только зачем? Шлеп, 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 шлеп. Ой, там что-то, что-то там есть, что-то там есть. Давай прочитаем иероглиф и станем мудрее. Нет. Ну и нет, да? Ясно. Чего устал, что ли? А, вон выносливость, оказывается, есть. Блин, столько играю, только сейчас заметил, что там есть выносливость еще. Есть кто? Нету. Ну нет, так нету. Броня. А, это вот теперь вот то, что мы костюм-то одели наш. Ниндзя. Теперь у нас можно собирать броню. Не, ну можно, можно. Чё, я не против. Мы туда попадем? Сами по себе или нет? Давай доспехи новые возьмем, чувак. Ну вот, а все было так хорошо. Бум. Бум и бам. Голожок. Прикрылся бы хоть. 5 лучников. Печнюга. Тот, кто пользуется советами печенья, непременно раз. Сыплется. Не понял. Так, нам надо 3200 на улучшение УЗИ, на последнее. УЗИ или УЗИ, как правильно. Только мы туда не сходили. Давайте быстренько сбегаем. Так, где, 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 где? О, не зря вернулся. Вообще не зря. Так. И что нам это дало? Да ну нахер! Я вообще так не договаривался. Я рассчитывал на это. Блять, тут же бочек-то хера. Чё я туплю? Блять, не взрывайте бочки. Да, блять. Сука, сам ты, сука, понял? И выдра сам. Птичка не надо. Подождите, подождите. Блять, ни разу не попал. Молодец.
Ладно, катаны там более-менее. Тихо. Отстань, а? Что я следовало доказать? Вы никчемные ублюдки по сравнению со мной. Хоть зря я сюда иду, надо обратно. Угу. Так точно. Не, они молодцы, бочки тут разложили, но вообще неудобно. Так что они мне не пригодились. Бежим. А где выход-то? Так, ну я смотрю по времени уже. Говорят. Подождите. Блять. Да, по времени уже. Раз заканчиваю. Спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну все, на этом все. Увидимся в следующей серии уже. Все, пока-пока.